в белом плаще с кровавым подбою, шаркающий кавалерийской походкой ранним утром 14 числа весеннего месяца Ниссана, вкрытую колоннаду между двумя крыльями дворца Ирода Великого, вышел прокуратор Иудеи, всадник Понтий Пилат. Прокуратор, подследственный из Галилеи, смертный приговор Синедриона направлен на ваше утверждение. Он явился в Иерусалим, выдавая себя за некоего пророка. Так это ты подговаривал народ разрушить Иерусалимский храм? Добрый человек, верный я. Это ты меня называешь добрый человек, кентурион Красобор? Римского прокуратора называть Кикимо, других слов не говорить. Имя? Иешуа Ганоцкий. Ты, бродяга, говорил об истине, о которой не имеешь представления. Истина прежде всего в том, что у тебя болит голова, и ты малодушно помышляешь о смерти. Но мучение твое сейчас кончится. От солнца жар сейчас спадет, и головная боль уйдет в небытие. Иные будут времена.